И в продолжении темы. Комиссия администрации в составе заместителей руководителя Валерия Серова и Андрея Канищева совместно с подрядными организациями провели ряд проверок по состоянию выполненных работ. Главной темой стала проверка качества работ по программе «Ремонт улично-дорожной сети». Специально для этого при участии дорожной службы были сняты пробы керна по улице Ленина и Московской. Толщина нового покрытия составила примерно 9 сантиметров. Сюда входит выравнивающий и основной слой. Также была проведена проверка парка имени Володи Дубинина. Проверяющих интересовало состояние пешеходных дорожек парка, а также соблюдение в зоне отдыха правил чистоты, порядка и благоустройства. Уже давно в парке установлена детская игровая площадка, спортивный комплекс, лавочки и качели. По всему парку проведено освещение, а у входа в парк подрядчик сделал автостоянку. В планах также создание сцены и входной группы. Также начались работы по благоустройству привокзальной площади. Напомним, что проект включает в себя полную замену всех зеленых насаждений – деревьев, кустарников, газона и всех элементов благоустройства. Уже сейчас территория полностью освобождена от деревьев и ведутся работы по выравниванию земли.